Заключительная часть этой книги — это заключение этой книги. ذكر فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. ذكر فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. В этой части упоминается то, что касается веры в последнюю жизнь. وذكر في وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. В этой части автор упомянул обязанность, обязательность совершения переселения из страны неверия в страну ислам. المسلم إذا أراد أن يبقى في بلاد الكفر يبقى في الدعوة إلى الله. Если человек и остается в странах неверия, то он остается там для призыва к Всевышнему Аллаху. Он должен соблюдать договоры с неверующими. Не посягать на них посредством убийств или оскорблений. Должен призывать их к Аллаху. Должен обучать людей исламу. والهجرة باقية إلى قيام الساعة. هجرة переселение этот вид поклонения останется до судного часа. نعم. ثم ذكر أن الموحد لا يمكن أن يدخل في التوحيد حتى يكفر بجميع معبد من دون الله. Затем автор упомянул о том, что верующий он не может быть единобожником верующим, пока он не отречется от всего, чему поклоняются помимо Аллаха. لا يتجاوز الحد في أن يعبد الأحجار والأشجار. Он не должен переходить грань, поклоняясь, например, камням или деревьям. ولا يتجاوز الحد في طاعة المخلوق في معصية الخالق. Или не должен переходить грань, подчиняясь творению, ослушиваясь при этом Творца. يطيع العلماء والأمراء في غير معصية الله. Он должен подчиняться ученым и правителям только в том, в тех вещах, которые не являются грехом, не являются ослушанием Аллаха. ولا بد أن نحذر من رؤوس الطواغيت. И должен остерегаться человек от главных тагутов. الشيطان. Что такое главные тагуты? Это шайтан. الثاني أننا لا نرضى بأن نعبد من دون الله. لا يمكن للإنسان أن يرضى أن يعبد من دون الله. Да, человек не может быть доволен тем, чтобы ему кто-то поклонялся наряду с Аллахом, سبحانه. جاء رجل سلم عليك وانحنى لك لابد أن تنكر هذا للحين. Если к тебе подходит какой-то человек и кланяется при приветствии, ты обязательно должен высказать ему порицание. Никто не имеет права призывать людей к поклонению ему, как это сделал фараон. И никто не должен утверждать, что он знает сокровенное. Например, говорить, завтра будет судный день, или, например, победит такая-то команда и так далее. Дальше человек должен обращаться за судом и судить, выносить решение на основе шариата. Обязательно должно быть у него убеждение, что судить, выносить решение на основе шариата – это вещь необходимая, обязательная. И вот на этом автор закончил свой благословенный труд. Мы читаем этот текст. نهتم أكثر ما يكون بالأدلة من الكتاب والسنة. И должны особо уделить внимание тем доводам, которые приведены там из Корана и Сунны. نحفظ أهم شيء هذه التعريفات ما هو الإسلام ما هو الإيمان أركان الإيمان أركان الإسلام. И очень важно выучить те определения, которые есть в этом труде. Что такое таухид, что такое иман, каковы рукны имана, ислама и так далее. نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد. آمين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم جزاكم الله خيرا. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы он позволил нам умереть единобожниками. Мир и благословение пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям.